Обнаружено мной. Смотрите, куда лазить можно. Классное такое место. Дети тут вешаются. Сорока. О, полетела на крышу. Сейчас мы попробуем ее поймать. Вон у нас сидит. Вон, видите, на крыше сидит. Вот. Плохо видно, маленькая. А, на дерево перепрыгнула. Давно сороки не видела. Вон она в дереве. Сорока. Толстая такая. Смотрите, на суке сидит птица. Красивая. Птичка. Вот забор. Рождён сад. А вон там, когда начинается просто бетонный, там повесили проволоку. Это типа, чтобы никто не перелез через бетонный. Хотя на самом деле, по-моему, одинаково. Через бетонный неудобно лезть, а через вот это туда бы не. Надо было тут проволоку вешать. Потому что тут можно упереться во что-то. А между этими штуками сверху легко поместишься, перелезешь. Так-то. Маленькая птичка, и вот эта сорока за ней. Видите, смотри, сорока. Сорока какая. И маленькие птички, сорока и маленькие птички. Или это кто? Это же сорока, да, была? Я хочу попасть в этот сад, но не могу его попасть, не могу найти вход. Я бы, конечно, легко перелезла, если бы никто не смотрел на меня, выгонит вон, что тут нужно платить деньги за проход. Какой птичек. Туда точит. Тут они точат, смотрите. Сейчас они полетят, скрываются. Не испугались. Голубь белого цвета. О, какой нежданчик. Значит, серого цвета. Смотрите, серый. Может, за дерево спрячу, чтобы не боялись меня. Тайком засниму. Вот белый, а вон серый голубь. Коричневый. А вон какой цвет классный. Закончен. Все-таки найден вход в ботанический сад с трудом. В следующий раз пойду. Там 60 тысяч надо платить. Просто нету времени, автобус надо. Ну так. Пока что. Погода у нас пасмурная. О, черный голубь. О. Пока что нужно возвращаться. О, попер. Красавец шащает. Ага. В общем, я тут одна отходила по парку. Хорошо, что есть парк. Так вообще некуда деть время. Так вот вышло у меня. На роликах катаются.
дети. Это маленький обзорчик. Это я сдавала в ремонт камеру. Когда поеду забирать камеру, я сразу пойду в ботанический сад. Потом, наверное, на пару аттракционов еще схожу, которых я не была. И не знаю, смотря сколько будет время. Если будет время, возможно, поищу зоопарк. Если не будет, то не попаду. Все стоит так нормально, дороговато, в принципе. Ну как, относительно нормально, но без денег тут делать нечего. Такие вот дела. Пока. Выхожу из парка. Третий раз за день дождь. Зала. Слов поеду.